Всего в группе российских туристов 5 челябинцев. В Непал они отправились, чтобы покорить Айленд Пик на Эвересте. Новости о локдауне застали их в базовом лагере. Несколько человек вернулись в Катманду, остальные совершили восхождение. Сегодня часть путешественников смогла попасть на вывозной рейс. Регистрация на рейс прошла достаточно быстро, никаких проволочек. Рядом с каждой стойкой стоит представитель российского консульства. Всех записывают, кто зарегистрирован на рейс. И поэтому абсолютно все в штатном режиме. Очень радует сервис как местного аэропорта, так и представителей посольства. Всего в Непале из-за локдауна застряли порядка 500 россиян. Однако часть из них не смогла попасть на борт из-за положительного ПЦР-теста на ковид. Они рассчитывают на то, что вывозной рейс в Катманду будет не единственным.